Всем добрый вечер. Сегодня ноль закат, 4К. Новый закат. Закат красивый сегодня. Прям интересный закат сегодня. Поправят какого-нибудь камеру, которая будет как обычная камера. Я надеюсь, 13-14 в айфоне будет правит это. Ну, в принципе, и так я доволен этой камерой, конечно. А как вам, ребят? Напишите ваше мнение, как качество видео. Записываю сейчас 4К, 6 кадров в секунду. Такое приближение 24x, больше нельзя при 60 кадров в секунду.
Чунка все тает у нас уже. Все потихоньку весна приходит, все растаивает. В принципе, с одной стороны хорошо, с другой стороны скоро на лыжах не покатаешься. Хотя, в принципе, в Клюшовке на лыжах можно покататься до середины апреля практически. Посмотрим, как в этом году будет таять снег. Собираюсь завтра поехать на лыжах, то есть это в субботу. Это видео выйдет, наверное, в воскресенье, либо в субботу. Вот, в воскресенье, не знаю, посмотрим. И все. Вот. Да, вот такое отражение от окна. Да, вот такая солнышко яркая. Скоро будет еще теплее, обещаю на следующей неделе до плюс 5, до плюс 6 даже градусов тепла. Да, вот такая вот шаунка яркая. Осталось чуть-чуть, и закат уйдет. Через 10 минут закатываю это, осталось чуть-чуть совсем. Вот так вот снимает широкоугольная камера. Да, конечно, у нее большой захват. Очень большой захват видео. Больше пространства.
больше всего помещает. Но свет и сила у нее слабенькая, конечно. Чуть-чуть осталось. И закат уйдет. Заход солнца. Ну, сегодня, в принципе, теплее было, хотя вот вечером всегда холодно почему-то. Ну, уже весна, в принципе, все. Все, наверное, больше не будет. Я думаю, что это последние морозы, которые у нас были до 12-го. То есть до 12 градусов, там ночью доходило до 15, да. Ну, все, мы 2 дня продержимся. Вот такой вот. На море, наверное, будем снимать не эфиры, а видео. Скорее всего. Ну, домой еще далеко, в принципе. Сейчас там уже премьер начинается. Просто, ребят. Скоро заход солнца будет. Чуть-чуть осталось. Немножко совсем. Так, на осталось чуть-чуть прям. Еле-еле. Немножко совсем. И солнышко пока-пока. Вот и все, практически. Сейчас уйдет солнышко и все. Так-то, ребят, всем хорошего вечера, позитивного настроения. Всем удачи, всем пока-пока. До следующего видео и всех. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. С вами был Евгений. Дальше будет еще интереснее. Всем пока-пока.